Любое предприятие, находящееся в наших непростых условиях, может попасть в такое положение, в котором оказалась фирма «Агростиль» и еще ряд других. Экономический кризис, тяжелые погодные условия, мощная засуха и все, взятые кредиты под современную сельхозтехнику и новые технологии невозможно покрыть урожаем. Поэтому наш регион и называют зоной рискованного земледелия. Но только ли поэтому? Кредиторов погода не интересует. Отдать деньги, а что будет дальше, не наше дело. По закону вроде бы все верно, но на самом деле не по-государственному. После судов за долгами стали приходить представители государственной службы судебных исполнителей. Описывалось оборудование, техника, урожай и неумолимо распродавалось чаще всего по низким ценам. Хотя предприятия должны сами были готовы реализовать выращенную продукцию по рыночным ценам. Вместо того, чтобы дать возможность аграриям выйти из сложившейся тяжелой ситуации, они арестовывали не только урожай, но и накладывали арест на семенной фонд, тем самым срывая посевную, что запрещено законом. 2 года назад без решения суда у Агростиля был изъят урожай подсолнечника, судьба которого неизвестна до сих пор. В прошлом году фирме Агростиль запретили реализовать выращенный урожай лука. И тогда, по мнению специалистов фирмы, сгнило 500 тонн овощей. Урожай абрикос в прошлом сезоне был оценен в 2 рубля 80 копеек за килограмм. Забирать его приезжали не только на автобусах, но и на представительских лексусах. Они нам пишут письма, что следствие продолжается. Вот. И пока не ведут следствие, так они уничтожат полностью предприятие. И по телевизору они все время говорят, что нужны рабочие места, там все такое, а на самом деле уничтожают. Такое предприятие уже одно уничтожили, я имею в виду Рыбницкий молочный комбинат. Они тоже его порвали, и землю отобрали, и уничтожили. Усугубляется еще в более чудовищных масштабах. Значит, вот эта служба судебных исполнителей, вообще, ранее она, кстати, была при Министерстве юстиции, когда там был Кисничан. А сейчас он пошел на повышение, и, наверное, он забрал эту службу в администрацию президента. Из-за действий этой службы долги эти предприятия не только возвращают, они, наоборот, наращиваются, потому что они забирают все подчистую, и не остается денег даже там, чтобы по уходу за насаждениями, в частности, персики. Гордость и краса Приднестровья. Более 130 гектар персикового сада, принадлежащего Агростилю, сейчас находится под арестом. Урожай изымается под контролем судебных приставов фирмы «Кальюга Плюс», с которой эта служба заключила договор. Собирают быстро, ломая при этом деревья, не обращая внимания на качество уборки. Владимир Пасютин рассказывает, что это происходит, несмотря на то, что фирма «Агростиль» заключила договор о совместной деятельности с фирмой «Картофель от хозяина», о чем уведомила Госслужбу судебных исполнителей. В обращении к судоисполнителям указано, что прибыль, полученная в результате совместной деятельности, распределяется по статье Гражданского кодекса. Урожай отличный в этом году. Благодаря фирме «Картофель от хозяина» мы смогли вырастить довольно-таки качественный и объемный урожай персика. Основные затраты, которые по обрезке, опрыскивание, средства защиты, дизельное топливо, плата труда, все производилось данной фирмой. Мы договорились о том, что урожай мы делим пропорции 2 к 8. 2 части Пасютина и 8 частей моих. На это есть договор, подписанный обеими сторонами. Приставы знают об этом договоре. Они не могут не знать. Но они заявили о том, что они арестовали сад. Ну, если даже, предположим, корова арестовывается, то ее молоко никак не может быть арестовано. Это ж понятно. Тем более, что урожай уже выращен. И нужно максимально недешево продать его, чтобы по возможности быстро рассчитаться с долгами. Это моя такая позиция. Причем я считаю, что наша позиция с судебным исполнителем должна совпадать. Однако она совершенно не совпадает. Мне сообщили о том, что вчера было собрано тонна 600 персиков. Они были реализованы по 2 рубля за килограмм, хотя на рынке они не менее 4 рублей. Из этих денег, что они якобы получают за эти персики, они производят оплату сборщикам персиков из расчета по 100 рублей в день. Естественно, оплачивают транспорт, ГСМ и так далее. То есть, желая вроде бы погасить задолженность Пасютина и исполняя решение суда, судоисполнители не пытаются максимально скоро
возместить долги Пасютина, должника Пасютина. Я уже несу убытки. Несу убытки, потому что я считаю, что прежде чем собирать и реализовывать по 2 рубля или по любой другой цене, они должны были выяснить, какие условия нашего договора, хотя они знают о нем. Вот. И мы должны были договориться с ними о том, что вот они убирают урожай Пасютина, хотя они тоже не имели права его убирать и продавать по такой бросовой цене. Вот. Но, по крайней мере, должны были договориться, что они трогают и что они не трогают. Что убираю я своими силами и реализовываю своими силами, безо всяких долгов. Юристы говорят, что все нормально, картофель от хозяина должен получить свои 80%, но они просто не дают. То есть они выдумывают новые законы, которых нет. А с ними тут тяжело бороться. Ну, как бы за вилы, что ли, мы браться не будем. Мы будем чисто через суды там через Верховный Совет будем, потому что это сейчас единственная структура, которая стоит на страже закона. И думаю, необходимо, чтобы все органы государственной власти выполняли все-таки закон. Я считаю, что это неправильно. Он должен был сам убирать урожай своими силами, у него эта возможность есть. После сборки урожая он должен был сам его реализовывать под присмотром, непременным под присмотром судебных исполнителей, и рассчитываться с ними. Конечно же, цена за 1 килограмм персика была бы не рубль или чуть более рубля, как получается в итоге при сборе с судебными исполнителями, а значительно выше. То есть он быстрее погасил бы свои долги. У меня создается такое впечатление, что судебные исполнители по чьей-то указке загоняют его в огромную, еще большую долговую яму, нежели сегодня она имеется. Какие государственные тайны может хранить арестованный персиковый сад? Судебный пристав запретил разговаривать людям, нанятым для сбора урожая. О каких тайнах может идти речь, мы не знаем. Но персик – продукт, увы, скоропортящийся. Сегодня в уборке урожая принимает участие фирма «Калиюга». Это фирма того делигула, который буйствовал на ступеньках Центра избиркома после неудавшихся для него выборов. Я пытался сегодня поговорить с одной из женщин, которая мне назвала эту фирму «Калиюга». Но судоисполнитель запретил ей разговаривать со мной. По какой причине? Ну, это вообще, мы до маразма скоро дойдем. По мнению руководителя фирмы «Агростиль», такая работа судебных исполнителей сулит не прибыль, а убытки. Такого вида персик примерно 5 рублей сейчас на базаре. Они продают по 2. Из тех 2 потом они сдерут за уборку, потом 15% им за работу. И останется ноль, еще, наверное, в лучшем случае, а то еще больше. То есть они забирают у нас продукцию и продают, и мы еще останемся еще в большем убытке. То есть я еще раз говорю, что это государство не заинтересовано в такой работе судебных исполнителей. То есть они работают чисто за себя, на свой капан. То есть эта структура ненужная и вредная для государства. Если бы не эта фирма «Картофель от хозяина», то этот персиковый сад уже был бы уничтожен, потому что если не ухаживать за насаждениями, то появляются болезни, вредители и все такое прочее. И это требует постоянного ухода и заботы, и, соответственно, денег. А так как из-за судебных исполнителей наше предприятие осталось совершенно без денег, что уже даже мои работники подают в суд, и мы суды эти, я и хочу заплатить этим людям, но так как судебные исполнители забирают все подчистую, то мне даже нечем заплатить им зарплату. И, в общем, предприятие все более тяжелом состоянии. А в этом году, сторонняя фирма вложила свои деньги, и даже ей не дают вернуть затраты. То есть выращивают одни люди, а забирают готовую продукцию, не заботясь ни о чем. Вот эта служба судебных исполнителей. И задача не собрать налоги, а наоборот, они своими действиями загоняют предприятия еще в большие долги. Зачем это делается? А затем, чтобы на этом заработать. Вот история с подсолнухом, она длится уже 2 года. Они продали этот подсолнух по цене на $30 дешевле, чем мы могли бы, а мы их предупреждали. Есть письма, что мы их предупреждали, просим не продавать подсолнух по 280, потому что у нас есть клиент на 310. Нет, они в 6 часов вечера пригнали машины и собрали.
И мы написали в Следственный комитет. Потом, в общем, и дело закрыло. Один раз Следственный комитет закрыл, мы написали еще раз. Дело так снова открыли. Ну, уже проходит почти 2 года, и результатов нет. И вот мы получили, что следствие идет. Так и сколько оно будет идти? Ну, смешно просто. То есть, когда им надо, они быстро проводят следствие. А когда это, так сказать, одна партия, то они не заинтересованы в этом. То есть, разница между, так сказать, ценами идет к ним в карман. Уже был такой сюжет, где я об этом говорил, но как бы никто ничего не боится, законов не боятся. Ну, они сами же выполняют эти законы, которые сами придумывают. И, в частности, вот сейчас по персикам, учитывая все произошедшее, они, ну, сделали, видно, выводы наоборот, на которые я не рассчитывал. То есть, что можно делать что угодно. И если вы помните, в Гаити при диктаторе Дюварье были такие группы, так сказать, таких так называемых тантон-макутов. Это люди, которые, в общем, убивали всех неугодных и все такое. Ну, у нас до такого каннибальства не дошло, а у нас только экономическое каннибальство. То есть они грабят нас, вот в частности, мою фирму. И эти деньги не государству попадают, а к ним в карман. Глядя на это, я вижу, что они настроены решительно и хотят украсть все. Я говорю, это даже не воровство, это грабеж. Защитить некому, потому что они действуют под защитой, они используют имя государства, ну и ту же форму. И с ними очень трудно бороться. То есть это государственный какой-то бандитизм. Владимир Пасютин выразил сомнение, что при таком положении дел в следующем году кто-либо сможет и захочет спасать персиковый сад. В этом году, если они уничтожат картофель от хозяина, то заберут деньги этой фирмы, то кто придет в следующий год? То есть эти судебники не будут вкладывать свои деньги в выращивание следующего урожая. То есть они уничтожат этот сад, который украшает Приднестровье, краса и гордость Приднестровья. Почему государство не заинтересовано в решении проблем таких сельхозпроизводителей? Почему нет законов о реструктуризации долгов, оздоровлении предприятий? Ведь это основа государственной безопасности. Есть тут о чем подумать и исполнительной, и законодательной власти Приднестровья. Впереди снова судебные тяжбы. А в Бендерах уже люди говорят, что для бюджетников подвезут персики от Пасютина по 5 рублей. Вопрос возникает сам по себе. А кто же их продаст, если он их собрать не может?